Здравствуйте, меня зовут Стас. Я хочу помочь начинающим гитаристам, которые только купили гитару и не знают, что с ней делать. Брать какие-то аккорды, они не понимают, как звучать должна гитара. И в первую очередь нам нужен тюнер. Обычный тюнер, если есть. Или если нет, то можно телефон использовать. Но я покажу сейчас на тюнере. Мы включаем тюнер, ставим его на головку грифа. Так, чтобы вам видно было. И здесь есть показатели частоты определенные. И нам нужно настроить ми, си, соль, ре, ля, ми. Такой строй гитарный, он стандартный. Есть и другие строи, но о них я как-то в следующий раз расскажу. И вот, нам нужно достать до ми. Гитара немножко расстроена. Я дотягиваю. Должно загореться зеленым. Е в английском языке это ми. Следующая струна должно быть Б. Буковка Б по-английском, по-нашему Си. Вот, мы настроили Си. Чуть-чуть перетянуто, но не стоит спешить. Если она чуть-чуть показывает дальше, это не так страшно. Переходим на следующую струну. Она Соль. По-английски G. Начинаем тянуть. Вот, загорелось зеленым. Все, пускай так и будет. Хорошо, отлично. Дальше следующая нота Ре. Здесь указана буква Д. Мы дотягиваем. Есть звук Ре. И так же самое здесь нота Ля. Буковка А. У меня стоит сейчас соль диез. Нужно тянуть. Буковка А. И шестая струна, или первая, нам нужна Е. Так же самое, как и здесь, Е на первой, так же самое на последней, Е. Подтягиваем немножко струны, не сильно, чтобы они сели на место. Вот уже аккорд звучит, ми. Перепроверяем. Показывает недотяжка. Чуть-чуть надо подтянуть. Слегка буквально. Перепроверяем все струны, заново проходим. Все везде горит зеленым. Отлично. У нас строит гитара. Можно брать какие уже это аккорды учить. Далее, так же самое можно на телефоне. Скачать любой тюнер, который вам нравится. И в нем так же самое, когда вы воспроизводите ми, она светится ми, вот показывает. Но этот тюнер немножко точнее, чем обычный. В нем можно уже мини-расстояние подредактировать. То есть ми, си, соль, ре, ля и ми. Такой вот набор. Стандартный строй называется. Таким же строем настраивают и электрогитары, и все остальные инструменты. Также мы можем настроить гитару немножко по другому методу. Если мы знали, что у нас гитара была настроена, но она расстроилась немножко. Все струны я расстрою. Расстрою. Немножко сели. Но если вас... Но мы знаем, что это не перетянутая нота, а какая-нибудь нормальная. Мы можем относительно одной ноты выровнять строй. Он не будет точным, и играть под этот строй, под другие инструменты не получится. Но для себя на некоторое время это может помочь. Вам нужно зажать на пятом ладу вторую струну и воспроизвести одновременно с первой. Мы слышим такую вибрацию. Оп! Исчезла, мы выровняли ноты. Далее, чтобы настроить, получается, мы уже две струны относительно друг друга настроили. Далее на четвертом ладу нажимаем третью струну на четвертом ладу и воспроизводим. Оп, и
пропала вибрация. На слух. Так же само далее на пятом ладу, четвертую струну, слышно. Нет унисона. Мы выравниваем этот звук. Далее на пятую струне мы можем зажать здесь же, выровнять этот звук. Стало одинаково, они звучат в унисон, одинаково. Сравниваем теперь последнюю и первую вместе. Не должно быть каких-то лишних вибраций. Так же сама гитара настроена. Она не в тюнере, ни с чем другим играть нельзя. Но сама по себе она будет неплохо звучать. И тренироваться, что-то играть получится. В следующих видео я вам покажу, как ставить самые простые аккорды первоначальные, чтобы человеку было проще разобраться. Thank you.